этой. Такие вот лайки российских цветов стали символом форума и призывом, чтобы молодежь чаще общалась не только в виртуальной реальности, но и вот так вот вживую. Особенно сегодня ждали живого общения с Владимиром Путиным. Президент приехал поздравить участников форума с Днем студента. И вот как его встретили. Спасибо большое, ребята, спасибо. Заехал для того, чтобы поздравить вас с праздником, с Днем студенчества, с отдельным днем. И делаю это с удовольствием. Поздравляю вас с Днем студенчества России. Благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам! Вы люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок. Всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю. Успехов вам! Еще Владимир Путин пожелал, чтобы молодежь воспользовалась всеми преимуществами нашей страны. Приятно видеть то, что сам президент приезжает и поздравляет нас лично с тем, что у нас праздник, Татьянин день. Это здорово. А что приехал Владимир Владимирович поздравить всех студентов? Это просто потрясающе. Я безумно этому рад, потому что вот этот форум, именно город Казань, встреча с президентом, это просто счастье. Все классно, Путина видели. Да, мы только ради этого пришли. На концерте форума собрались более 5000 человек. Это студенты из 38 российских регионов. Самых выдающихся за различные достижения отметили грантами и рекомендациями на их получение. Так в деле патриотизма лучшим стал студенческий клуб Казанского энергоуниверситета. А «Универ ТВ» Казанского федерального университета признали лучшим студенческим телеканалом. Это большая честь для нашей команды вообще. Мы сделали это. И как сегодня заявили на форуме, скоро в России появится федеральный студенческий телеканал, где можно будет увидеть работы студентов из всех регионов. Это и есть воплощение одной из широких возможностей нашей страны. Дмитрий Оригин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.